В Айыртаусском районе полицейские нашли в лесу без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку. По словам родственников, в силу возраста у нее бывают провалы в памяти. В поисках принимали участие свыше 70 человек. Спасатели, лесники, волонтеры и добровольцы из числа местных жителей. Осматривали село, прочесывали окрестные леса. Поиски продолжались и ночью. На следующий день, около полудня, одной из групп удалось отыскать пропавшую. Бабушка, обессилевшая от жары, лежала на земле в лесу примерно в 4 километрах от села. Вскоре пенсионерка благополучно вернулась домой.